Вот, собираюсь заняться докторской диссертацией. Да, что говорит психолог по поводу победного духа спортсменов, неважно кого, футболистов, волейболистов, шахматистов? Вы знаете, это, конечно, очень важно, победный дух, но умение, наверное, держать себя и умение проигрывать тоже, наверное, немаловажно, знаете, чтобы как-то делать правильные выводы. И это, наверное, особенно важно, потому что тогда вот победа, она будет заслужена. Когда ты же не можешь постоянно выигрывать, да, постоянно быть в тонусе. И умение проиграть, и проиграть достойно, это тоже немаловажно. Настюшка, что ты скажешь ростовчанам? Тебе нравится здесь? Ну, скажи, что тебе нравится. Понравился город? Да, очень мне понравилось, что красиво. В следующий раз приедешь и станешь участницей турнира. Да. Обещаешь? Я благодарю вас за эту беседу, очень содержательную и очень интересную. Надеюсь, мы увидимся и в следующем году. Надеюсь. Мне было очень приятно с вами познакомиться.